Город-порт на востоке Каспийского моря. Единственный город в стране, стоящий на морском побережье. Это и есть главное достояние Актау. Еще в 2018 году Ельбасы, проводя саммит глав прикаспийских государств, отмечал важное значение региона – развитие туристического потенциала. Кадры двухгодичной давности. Ельбасы в Актау осматривает местную зону отдыха и дает поручения. Демалатын орындар бар болатын болса керемет болады. Актауға жақын, онда гүлдер де бар, барлығы да бар. Жолы салып, осын дамыту ойымыз бар. После этого и началось бурное строительство. Всего за год на морском побережье построили пятизвездочный отель мирового бренда класса люкс. В нем же первому президенту презентовали проект туристического хаба, а этот отель только первая его фаза. В целом комплекс представляет собой целый ряд гостиниц, вилл и других туробъектов на берегу Каспия. Воплощают идею Ельбасы эти люди, в их числе иностранные инвесторы, которым принадлежит гостиничный бизнес по всему миру. Их называют мэтрами индустрии гостеприимства. Вот, к примеру, Франсуа Баден. Он развивает отели класса люкс в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. А это Фетах Таминджи, глава известной во всем мире сети отелей «Риксос». Кроме строительства гостиниц, он задумал для Актау нечто грандиозное. Бурда сафари. Здесь можно будет предусмотреть сафари, ночевки сделать. Очень популярно будет среди турков и арабов. Я лично приехал туда на машине. Это будет идеальный туристический хаб. Турецкий инвестор говорит о казахской Аризоне. Так именуют путешественники урочище Бозжыра в западной части плато Устюрт. Миллионы лет назад здесь был древний океан. Громадные горы и две пирамиды высотой в 200 метров были лишь его небольшими островками. После того, как океан отступил, на протяжении веков склоны осыпались и в конечном итоге приобрели интереснейшие формы. Это очень новое видение. Ты как специалист туризма увидел в этом что-то такое интересное. Давайте составляйте проект, и мы отдельно рассмотрим. Эта беседа не только об Актау, о стране в целом. Чтобы стимулировать отрасль, государством подготовлен ряд мер. От субсидирования затрат туроператоров до бесплатного перелета детей. Подсчитано, что за 5 лет, благодаря госмерам, дополнительно откроются 170 тысяч рабочих мест. Именно новые вакансии, подчеркнул Ельбасы, главное для всех регионов. В ходе строительства здесь будет создано 200 тысяч рабочих мест, а постоянно будут работать 75 тысяч людей. Мынаки Маңғыстау облысында. Этот вопрос не только Мангистауского региона, в целом страны. Где-то рабочие места сокращаются. Здесь в области сокращаются объемы нефтедобычи. И тогда встает вопрос, куда идти работать. Я об этом всегда думал, поэтому и строился порт Актау, Курык. Там работают люди, и это очень важно. Меньше чем за год в Мангистауской области инвестировано больше 300 миллиардов тенге. 12 миллиардов потрачено только на развитие инфраструктуры. Это дороги, коммунальные сети, энергия и водоснабжение. Мы являемся самым крупным оператором гостиниц вне США. Мы весьма рады, что можем участвовать в деятельности региона. Актау будет новым туристическим направлением для мира, и мы будем прикладывать для этого все свои усилия. Но не только иностранные инвесторы вкладываются в отрасль в Актау. На пока еще пустом берегу Каспия отечественный бизнес построит апартаменты и виллы, бюджетные отели на любой вкус и по приемлемым ценам. Поддерживаю вашу инициативу. Групп в целом хочет инвестировать около 150 миллионов долларов, из них половина уже начиная уже с октября месяца до начала следующего сезона. В планах построить отель Hampton by Hilton, а также около 1500 апартаментов в целом, и половина из которых мы хотим уже к следующему сезону достроить. Наконец-то в нашей стране появился объект самого высокого международного уровня. Наша компания сильно заинтересована в том, чтобы вложить собственные средства и привлечь необходимые другие ресурсы. Если на самом деле мы к 2025 году используем потенциал региона, порядка 750 тысяч туристов в год, это будет большой вклад в нашу работу. И больше узнают Казахстан в мире. Все предпринятые шаги нами в этом плане правильные, и они дадут хороший эффект. Живописные побережья Каспийского моря с высоким комфортом могут отдыхать и старшее поколение,
и молодое поколение, особенно зарубежные гости, учитывая гостеприимство казахского народа. В общей сложности на этот проект 68 миллиардов затратили. И вот сейчас вы докладывали, еще 4 гостиничных комплекса будут строиться. И это просто преобразит не только Маңғыстаускую область, весь Казахстан. Ожидается, что до 2025 года в Казахстане силами инвесторов реализуют 150 проектов. Суммы колоссальные, почти 2 триллиона тенге. Крупные проекты этого года не только в Актау, но и в Бурабае, Туркестане, в котором будет построен историко-культурный комплекс «Караван-сарай». Не только Астану построили, Туркестан, там строится совершенно новый город возле памятника Ходжа Ахмеда Яссави. Это является третьим после Мекки и Медины сакральным местом для всех мусульман, особенно тюркоязычных. И мы там, кроме этого комплекса, рядом строим совершенно новую гостиницу. Это будет уникальный город, это центр тюркского мира. Это бывшая в 15-17 веке столица Казахстана. Там похоронены 21 хан нашей страны, султаны и батыры. Совершенно современного аэропорта, который будет принимать все виды типов самолетов в Туркестан. Уже построены главный проспект улицы, акимат, музеи, школы, больницы, стадион, туристические центры, хабы. То есть, глядя на это, а это недалеко отсюда, там будет туристическая зона. Мы договариваемся построить прямую железную дорогу с Ташкентом. И тогда Бухара, Самарканд, Ташкент, Шымкент становятся хорошим, отличным маршрутом. Оттуда придут уставшие люди отдыхать сюда, искупаться в море. 1 миллион туристов уходит за рубеж, заработки свои отдает там. Не оставляют в Казахстане, потому что мы не могли создать условия. Только последние годы мы начали строить на берегу Алакуля, на берегу Балхаша, Боровой зоне, Алматинской области, а вот у нас уникальное Каспийское море здесь. Полномасштабной реализации таких проектов в прежние времена мешали определенные условия. Сейчас же Казахстан, несмотря на нынешний кризис, продолжает привлекать инвесторов и работать на перспективу. Цель – показать возможности страны, продемонстрировать миру, насколько она красива и разнообразна. В ближайшем будущем в Маңғыстауском регионе ожидается как минимум 2-кратное увеличение количества туристов. Помимо солнца и моря, гости могут ознакомиться и с национальным достоянием. Музей имени Абиша Кекілбаева, который просто не мог не посетить Елбасы, собрано все творческое наследие народного писателя. Оно многогранно. Поэт, переводчик классики мировой литературы, публицист, исследователь, драматург. Нурсултан Назарбаев возложил цветы к памятнику мастера слова и оставил запись в книге почетных гостей музея. Айгуль Адилова, Айдос Серікполұлы, Еділ Ермекбаев, Хасен Омарқұлов при поддержке телерадиокомплекса президента «Жетікін Ақтау».